Друзья, в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о подмене геолокации на ваших iOS-устройствах. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, я вам сейчас подробно все расскажу. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Показывает программа iMove Go, то есть это поддельное местоположение вашей локации, двигаться с точки А в точку Б. Вы можете точно так же подменить в реальном времени будет передвижение, многоточечный режим, ну и конечно же закольцевать режим, если вам это будет нужно файлом. Точно так же есть джойстик, вы можете двигать, направлять, задавать ваш маршрут, и в принципе вот все эти нюансы здесь расписаны, можете перейти по ссылочке, конечно же ознакомиться в закрепленном комментарии, в описании под видео все это будет. Положительные комментарии точно так же присутствуют. Нажимаем на кнопку Get Started и происходит подключение к нашему устройству. Здесь мы выбираем тот гаджет, который подключен к компьютеру. Подключаться, кстати, нужно через провод. Нажимаем на ОК и видим, что приложение нас распознает. Сразу покажу на телефоне, то есть 10. И, соответственно, я хочу попасть, ну, в какой-то другой город, например, вообще на другой континент, Нью-Йорк. Поэтому я хочу оказаться там. Что для этого нужно сделать в приложении? Здесь у нас сверху, вы видите, слева имеется поиск. Мы сюда можем вбить любую геопозицию, которую только захотим. Ну, например, Нью-Йорк. Видим, что появляется метка у США в Нью-Йорке, я могу эту геометку передвинуть куда угодно, и дальше нажимаю просто на кнопку Move и подтверждаю это действие. То есть теперь мы видим, я располагаюсь уже в Нью-Йорке. Если на телефоне мы зайдем в Google карты, то действительно видим, что мы находимся среди вот этой площади, можем приблизить, действительно так и есть. И приложение нам показывает, что мы именно там, и в Google картах устройство показывает, что мы там. Это очень круто. Что еще умеет приложение? Сверху справа вы видите набор кнопок, например, Multi-Spot Mode. То есть здесь я уже могу построить некий маршрут. Видим, на карте я это делаю, вот такой вот маршрут я построил. Здесь в окне мы можем выбрать скорость, с которой хотим передвигаться, тут можем или пешком, или на велосипеде, или чуть ли на машине, поставим максимальную и нажимаем на кнопку Move. На карте на айфоне мы сразу можем видеть в Google картах, как мы начинаем передвигаться. То есть мы следуем по тому маршруту, который построили внутри приложения на компьютере. А телефон в Google картах это повторяет. И точно так же будет во всех играх, где нужно двигаться, и в прочих приложениях, в которых нужна геолокация. Также сверху справа есть кнопка под названием Two Spot Mode. То есть уже на карте мы ставим просто конечную точку, в которую хотим попасть, а уже карта нарисует нам маршрут, по которому мы это сможем сделать. Например, я ставлю вот здесь точку, опять же могу выбрать скорость, которой хочу передвигаться, и нажимаю на кнопку Move. И уже по вот этому маршруту, который нам нарисовало приложение, мы видим в Google картах также происходит вот такое вот движение. То есть так можно двигаться совершенно без проблем, это работает, сами можете видеть на своих экранах. Последняя это кнопка под названием джойстик, и тут у нас внизу появляется джойстик, мы можем задать некое направление и передвигаться уже хотим именно сами, используя джойстик, который есть внутри приложения. Также на Google картах это все будет двигаться спокойно, вы будете перемещаться без каких-либо проблем. Вот и все, друзья, ничего сложного нет. Не забывайте подписываться на канал, прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Также знайте, что есть спонсорство, можете перейти и ознакомиться, какие это плюшки вам даст. Дальше больше, скоро увидимся.